Фильтр Aquavol Turbo предназначен для очистки и аэрации воды в пресноводных аквариумах. Стартовый комплект включает в себя контейнер для сыпучих наполнителей, начальное заполнение вкладом для биологической фильтрации Biocera Max Pro 600 и губку, соответственно подобранной плотностью, что позволяет поддерживать высокие параметры фильтрации как можно более продолжительное время. Существует три конфигурации установки фильтра Turbo: только губка, только контейнер и контейнер плюс губка. Фильтр Turbo имеет возможность расширения, он тихий и энергоэффективный. Обеспечивает механическую и биологическую фильтрацию. Модульная конструкция внутренних фильтров Aquavol Turbo позволяет их расширение и наполнение контейнеров любыми фильтрующими материалами из ассортимента Aquavol, что обеспечивает подбор уровня фильтрации и его вида к индивидуальным насущным потребностям. Контейнеры для фильтрующих наполнителей также доступны в качестве аксессуаров. Можно свободно составлять их в колонки благодаря специально разработанной системе их удобного соединения. С помощью такой процедуры преобразуем фильтр Turbo в специализированное устройство с беспрецедентными параметрами фильтрации. Фильтр Turbo является идеальным дополнительным фильтром для периодической углеродной фильтрации. Более крупные модели фильтра Turbo оснащены керамической осью ротора, что влияет на их бесшумную работу и гарантирует долговечность.